Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 17 сентября. В этот день, в 1830 году, открылась Гродненская публичная библиотека. На совещании у губернатора Михаила Бабетинского первым библиотекарем был назначен префект Гродненской гимназии Михаил Зеленко. Фонд библиотеки составляли книги, которые пожертвовали дворяне города. Читателями являлись только местные чиновники. Долгое время библиотека не имела специального помещения. В 1865 году был утвержден устав Гродненской публичной библиотеки. Руководство библиотекой осуществляло правление, членами которого обязательно были директор Гродненской мужской гимназии, ректор местной духовной семинарии и так далее. Активным членом правления в свое время был известный историк, краевед и преподаватель Гродненской гимназии Евстафий Орловский, о котором мы вам уже рассказывали 8 сентября. Над каталогом библиотеки работал Адам Егорович Богданович, отец известного белорусского поэта Максима Богдановича. Сразу по приезду в Гродно в 1892 году Адам Богданович стал годовым членом библиотеки, вошел в правление и в скором времени был избран его директором. В 1909 году напечатали каталог Гродненской публичной библиотеки, составленный преподавателем гимназии Остроумовым. В этот день, в 1958 году, Государственная комиссия приняла в эксплуатацию здание клуба комбината строительных материалов. Клуб комбината, основное производство которого находилось на противоположной стороне улицы Дзержинского, построен был по типовому проекту первой половины 50-х годов для учреждений культуры районного уровня. Введен в эксплуатацию он был к 40-летию образования БССР. В помещении, кроме зрительного зала, имелись вестибюль, фойе, библиотека, комнаты для различных кружков. После завершения строительства в 1965 году новых производств комбината стройматериалов в районе улицы Горького, клуб переселился в новое помещение рядом с комбинатом. А прежнее здание по улице Дзержинского, 41, было передано учебно-производственному предприятию глухих, впоследствии предприятию «Цветлит» Белорусского общества глухих. 17 сентября 1968 года в Гродно был заложен курган славы, а торжественное открытие его состоялось ровно год спустя, в 1969 году. На восточную окраину города, рядом с проспектом Космонавтов, была привезена земля со всех районов Гродненской области, с братских могил воинов Красной Армии и партизан, могил героев Советского Союза, похороненных на территории Гродненской области. Насыпан он был в честь погибших в годы Октябрьской революции и Гражданской войны, советских воинов-партизан, которые отдали свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Курган имеет форму усеченного конуса высотой 18 метров, диаметр основания 56 метров, а верхней части 5 метров. Окантован он бетонным монолитным кольцом с внешней оштукатуренной облицовкой. С восточной стороны кургана площадь для проведения митингов. Слева вечный огонь. Справа плита с памятной надписью. К кургану славы ведут две широкие лестницы. В апреле 1974 года рядом с курганом была заложена аллея героев.